Всем привет, меня зовут Диана, и вы находитесь на моем канале. И сегодня настал тот день, когда я возвращаюсь на YouTube и с новыми силами, с новыми идеями. Нет, я никуда не пропала. Я просто долго думала, готовилась физически и морально, потому что я понимаю то, что насколько мне это тяжело придется. И я хочу вам рассказать предысторию. Вернемся к маленькой истории из моей жизни. 4 года назад я была очень сильным человеком. Я занималась каждый вечер, делала растяжку, качала пресс, качала руки, делала все, что возможно, танцевала и просто занималась своим телом. Я никогда не запускала себя до такой степени, которой я являюсь сейчас, которой вы видите меня сейчас на YouTube. А что вы скажете, видео не так? А видео все не так, потому что вы видите меня такой, какой я на самом деле раньше не была такой. Я не была таким человеком. Сейчас я на видео просто не стесняясь курю, пью и делаю просто безбашенные вещи, которые не должна делать такие вещи девушкам. И с сегодняшнего дня я решила реально поменять свою жизнь. Я много раз обещала вам не курить, не пить. Я много обещала и не сдерживала своих слов. Но сейчас пора время это изменить. И с сегодняшнего дня я решила изменить свою жизнь. Я еще раз это повторюсь. И в этом видео я покажу свой рост, свой вес. Буду показывать, какой образ жизни я веду. Если я захочу покурить, то я это буду снимать и буду показывать именно в правом уголке, сколько сигарет я выкурила за день. Я постараюсь остановить количество за день моих сигарет. Постараюсь пить только в необходимых вещах, когда день рождения у близких или что-то еще. Но когда я выпью, я обязательно вам это буду показывать. Как я тренируюсь, как я занимаюсь спортом, как я бегаю, как я ем. Я буду все вам показывать. Ролик будет выходить один раз в неделю, и это будет в воскресенье. То есть на протяжении недели, каждый день, я буду снимать свой образ жизни, тем, как я проживаю день. И буду каждый раз это впечатлять на камеру. И буду вам обозначать, чтобы вы не терялись в днях. И в воскресенье будет выходить видео. Я должна была выпустить марафон, это 1 апреля, но все мои планы просто отодвинулись в сторонку. Но сегодня уже 5 апреля, и я думаю, уже пора. Я уже подготовила себя физически и морально. И с сегодняшнего дня я могу точно сказать то, что я готова. И моей поддержкой, и моей мотивацией будет Надя. Сама же она будет участвовать в этом марафоне. Тоже пытаться подстроиться под свой прошлый лад, тоже заниматься собой. И также я готова вернуться в прошлый свой лад. И надеюсь, что вы меня поддержите в моих новых начинаниях. Вы подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Самый топовый комментарий я буду добавлять в следующем видео, потому что мне важно ваше мнение. И если я увижу с вашей стороны поддержку, то это будет мотивация для меня двигаться вперед, снимать для вас больше видео, не только свой проект. Я также буду снимать свои влоги, свои разговорные видео. Скоро будет снова новая рубрика, это разговорное видео, где я просто буду сидеть на камеру и рассказывать о своем состоянии, как я решилась на этот проект и просто попытаюсь вас вдохновить. Многие спросят, почему я решила начать этот марафон. Сейчас я все расскажу. Знаете, я решила к этому прийти, потому что даже элементарные вещи мне даются очень тяжело. Например, даже элементарно подняться на 5-й этаж. Или даже когда я проработав 8 часов на работе, где толком ходить и не надо, мышцы забиваются так, что просто невыносимо. Мне кажется, благодаря этому проекту я смогу измениться, потому что без этого моя жизнь не имеет смысла. Мне кажется, что человек должен иметь какое-то хобби, целеустремленность в своей жизни и желание что-то совершать. И снимать видео. Вы, наверное, скажете то, что я могу это делать. Не обязательно запускать этот проект, то, что я смогу это просто заниматься сама собой, и не показывать это людям. Но я хочу, чтобы вы видели, даже из такого курящего человека и пьющего, как я, может измениться к лучшему. И я постараюсь это сделать, я буду даже вдохновлена этим проектом. У меня будет стимул снимать, заниматься спортом и показывать вам, что я не отпускаю руки. Я уверена, что у меня получится, главное желание. Я загорелась этим проектом, мы просто сидели с Надей на парах, и мы так сильно загорелись этим, то захотели запустить этот марафон. Мы обдумывали, расписывали сценарии, думали, как мы это будем делать. Мы распечатали бланки, где мы будем отмечать, прошла ли у нас тренировка, курила ли я сигареты или выпила ли я. Если я даже буду курить, то я обязательно буду вам показывать то, что я курю, и буду отмечать, сколько я сигарет курю. Я надеюсь, то, что я уменьшу количество сигарет в день. Я курю, бывает, и до пачки в день, а так обычное число сигарет в день
Может быть, 8-12 штук. Но я хочу спуститься, чтобы хотя бы употреблять меньше никотина в день. И со временем постараюсь это бросить, потому что мне сразу будет это тяжело сделать. Я буду депрессивным говном, который и сейчас являюсь. Но если я захочу заниматься и будет виден результат, то мне кажется, мне уже не захочется брать сигарету в рот. Просто я очень стала зависима от алкоголя. Любые сложные ситуации маленькие в моей жизни сразу заставляют меня прибегнуть к алкоголю. Именно алкоголь меня выручает в тяжелые минуты, помогает забыться и просто уйти от проблем. Но так тоже уже не может продолжаться. Я раньше была другим человеком, и думаю, благодаря этому марафону и то, что я уважаю вас, я постараюсь измениться, выпускать ролики вовремя. Это будет открытие этого проекта. Вы, наверное, это видео уже смотрите, но в этом видео я не буду ничего, не заниматься, не показывать то, что я делаю, потому что это воскресенье, а завтра новая неделя, а завтра уже начинаю снимать сам проект. Неделю я буду снимать, как я питаюсь, сколько я курю, сколько я выпиваю, или что же я ем и как я занимаюсь спортом, тренировками. И буду выкладывать видео в конце недели, чтобы вы видели результат. Мне кажется, сигареты и алкоголь сильно влияют на состояние человека, которые губят не только физическое состояние, но и моральное, потому что все ломается в глубине тебя, и твоя целеустремленность усугубляется еще дальше. Если ты пьешь, то на это уходит много времени, и ты забиваешь на эти видео. И я не хочу стать такой зависимой, чтобы забить на все, потому что YouTube — это единственная платформа, единственное мое хобби, которое делает меня счастливой. Вот эти плохие привычки забирают очень много сил, на что как раз таки не остается на снятие видео или на монтировку. Из-за своего депрессивного состояния я начала часто срываться на близких людей, часто начала их просто не выслушивать, забивать и просто обижать. Я знаю, что мне будет тяжело поверить, потому что вне камеры я могу не соблюдать своих правил. Но я для себя решила даже то, что я буду показывать вам все, чтобы вы могли верить, что у меня получается или нет. Сразу, конечно же, я думаю, что у меня не получится, но постараться надо и не сдаваться. Если даже у меня не получится, я не буду сдаваться, буду выпускать, буду работать над собой. Я готовилась морально и физически, и, в принципе, я попытаюсь это сделать. Я уже обещала раза 3 точно то, что я не буду курить, но потом я просто сорвалась и заново начала курить, ничего вам не сказав. Сказала то, что якобы подписчики мне разрешили, но такого не было, я просто соврала. Если бы я бы в себя не верила, то, что я опять могу сорваться, то я бы не начинала этот проект, не решила бы вас заново обманывать. За этот месяц, когда мне не выпускались ролики, я настраивала себя на оптимизм, на хороший лад, пыталась найти мотивацию, вдохновление, пересматривала видео, искала вдохновение. На этом я заканчиваю свой первый выпуск. То есть это будет первый выпуск ознакомительный, чтобы вы знали, почему я решила к этому прийти. И просто рассказала, что со мной не так. Побольше буду выпускать разговорных видео и снова возвращаясь в лайв-видео. То есть часто будут выходить теперь и влоги тоже. Так что ждите обновлений на моем канале. Также подписывайтесь на мою группу официальную. Скоро там будут конкурсы. Так что подписывайтесь также на мой инстаграм. Скоро будут также обновленные фотки. Все же уже весна и пора веселиться уже. Это же новые идеи, новые силы и мотивация. Это очень круто. Это солнце, это почти лето. Также вот, хочу вас порадовать, а может кого-то и нет. Скоро будет сходка, так что поэтому следите за новостями в официальной группе, в инстаграме, на канале. Везде будут оповещаться новости об этом. Надеемся, что у нас это получится совершить. Это будет необычная сходка, просто чтобы встретиться и разойтись. Будет даже намного интереснее. Мы сделаем все, чтобы вам было интересно и чтобы вы ушли с эмоциями. Поэтому следите за моими новостями абсолютно везде. И скоро сходка. Всем спасибо, что выслушали меня. Надеюсь, что вы меня поддержите с новым проектом. Вы будете писать положительные комментарии, будете подписываться на мой канал. Благодаря вам у меня появляется мотивация и поддержка от вас, и мне захочется больше выпускать видео. Так что вот, всем удачи, всем пока, с вами была Диана, и до скорых встреч. Давай, знаешь, типа грустно, ты снимаешь меня, типа грустно. Сейчас.